Всем привет, с вами Сайбогу Дракон, его игровая дверь и шоу 200 хп. В этот раз выпуск особенный. Он будет представлять собой сборник маленьких обзоров почти всех досовских игр, которые у меня есть в коллекции. Это скорее экспериментальный формат. Может быть, это выглядит как попытка объять необъятное. Это большое видео будет разбито на несколько серий. Первые две будут посвящены небольшим аркадам, головоломкам, таким играм, для которых делать отдельные выпуски с обзорами нет смысла. В третью серию попадут более сложные сюжетные игры, платформеры, шутеры. Четвертая серия будет посвящена длинным по меркам DOS-а платформерам с сюжетом. Для таких игр, возможно, потом будут делаться более подробные обзоры. Формат такого сборника на самом деле вдохновлен видео Angry Video Game Nerd'а. Например, о сборнике игр Action 52 или Pong консолей. Итак, начнем первую серию с простых аркад и головоломок. И начнем это все с настоящей игры моего детства, которая промелькнула и в мультфильме «Читкодовое проклятие». Элли Кэт. Забавная история про уличного кота, которому не чуждо чувство любви. В игре много раундов, и каждый разделен на 4 части, 2 на улице и 2 в помещении. Прыгаем по бельевым веревкам, уворачиваемся от телефонов, от которых массово избавляются хозяева квартир. Заходим к ним в гости. Хорошо, хоть телевизорами не кидаются. Чтобы быть красивым и упитанным котом, нужно что-нибудь схомячить и не попасться домашним питомцам жильцов, собакам и мертвым. Для чего обильно украшаем пол следами своих немытых лапок. А после этого уже можно запастись подарками и отправляться на встречу с любимой кошечкой. Каждое успешное свидание увеличивает уровень сложности следующего круга. Вся живность становится более шустрой. А уже с третьего появляются котята и начинают водить хороводы. Пожалуй, эта милая игра про кота – одна из моих самых любимых игр детства. Простая, но запоминающаяся восьмицветная графика, смешные звуки, геймплей и юмор делают эту игру великолепным представителем досовских аркад середины 80-х. CD Man. За этим странным названием скрывается не коллекционер компакт-дисков, а очень красочный вариант Пакмена. CD — это сокращение от Creative Dimensions, название создателя игры. Это одна из первых игр, в которой я вообще играл на компьютере, и не я один. Помнится, чуть ли не всей семьей соревновались, кто наберет больше очков. Разработчики так классно оформили игру, что удивляешься, как они вообще сумели это сделать, используя всего лишь 16 цветов в палитре. Скорость игры можно регулировать до таких величин, что игра закончится раньше, чем успеешь среагировать. Правда, таблица рекордов одна. Есть еще вторая версия, где больше фанов. Классический колобок заменен другим персонажем, и враги кажутся более непредсказуемы. Но мне она в детстве не попадалась, и слава богу. На городском уровне этот зверь пожирает автобусы. Не говоря уже о космических кораблях и о том, что желтый колобок гораздо круче. Arkanoid 2 Revenge of DOH. Весьма красочный и затягивающий арканоид. В нем есть даже сюжет. Некая злая сила DOH, или просто DOH, захватила космический корабль Ксорг. Другой корабль, Микстек, арканоидного типа, запускает аппарат Ваус 2, чтобы искоренить злую силу. Этот аппарат и есть ракетка. В игре 34 уровня, причем у каждого, кроме трех, есть две вариации, левая и правая. То есть технически здесь 65 уровней. На двух раундах кроются несвойственные этому жанру игр боссы. Какая-то инопланетная амеба и голова с острова Пасхи, клюющаяся слишком большими для этого арканоида шариками. Внимание эта игра заслуживает и благодаря встроенному редактору уровней. Можете построить полностью свой вариант. Красочные фоны, разнообразие уровней и врагов, вот эти те еще, они вообще неубиваемые. Множество разных выпадающих призов делают игру весьма достойным представителем жанра. В то же время она весьма сложная, пройдешь несколько уровней и шарик становится просто реактивным. Boston Bomb Club. Довольно своеобразная головоломка, где нужно прокатить бомбу по лабиринту до мишени, не взорвав ее. Основные препятствия – перегородки, вращающиеся сегменты, прыгалки. Психоделия в игре зашкаливает. Представьте себе группу людей, собравшихся в заброшенном баре,
и развлекающихся катанием бомб на столе. Своеобразный взрывной бильярд. Одни при этом читают газету, мешая всем остальным. Другие попивают пивко, глядя, как два сумасшедших игрока, один из которых вы, не могут поделить несколько крутивок на поле. А на самом столе все что угодно, от часов до унитазов, или даже грудные дети, утаскивающие бомбы себе. Касательно геймплея, можно сказать, что игра весьма сложная. Лабиринты очень запутанные, а еще и бомб катается сразу несколько. Вместе с тем в игре красивая плавная графика, и на каждом уровне есть что-то особенное. Bumpy's Arcade Fantasy. Веселая аркадная головоломка про прыгающего колобка. Все уровни состоят из горизонтальных и вертикальных палочек, обладающих разными свойствами и воздействием на колобка. Задача – сожрать все предметы на уровне, но только не живущие своей жизнью. От них колобка начинает бросать по всему экрану. Поначалу игра очень легкая и даже немного примитивная, но чем дальше, тем замысловатее становятся головоломки. Вот это, например, с первого раза точно не пройдешь. Или проходишь, но не можешь потом добраться до выхода. Пока не запомнишь, где он появляется, обязательно потеряешь жизнь. Помогает система паролей. На каждом уровне свое тематическое оформление. Колобок побывает в игрушечном магазине и в театре, покатается на карусели и на ракете. Звуки простенькие, но иногда они складываются в забавные ритмы. Причем, если выбрать вариант МТ-32 при запуске игры, можно целую барабанную партию устроить. Игра появилась изначально на Амиге, будучи портом или даже скорее апгрейдом первой версии, вышедшей на различных компьютерных платформах того времени, в том числе и DOS. Версия для Амиги выглядит точно так же, как и DOS-овская, но звуки там другие. Это одна из игр, в которой есть еще одно интересное наблюдение со звуком. Если играть на обычном эмуляторе, звук такой. А если найти более точный эмулятор PC-спикера, то такой. Не знаю, чем это обусловлено технически, скорее всего, железными особенностями. Но второй вариант намного ближе к запомнившимся с детства звукам из настоящего PC-спикера. В них как будто присутствуют дополнительные частоты. Такой эффект еще очень заметен в ранних играх id Software, о которых тоже идет речь в этой ретроспективе. Звук запомнился из детства, и как раз на этом основан один из небольших моих клипов. Пресет синтезатора напомнил мне тот ностальгический звук. Питон. Едва ли не самая древняя игра в коллекции. Это сейчас они селятся на телефонах, а были времена, когда на персональных компьютерах играли в такие игры. Змейка в двухцветной графике. Обычно змеи питаются какими-нибудь мелкими животными или в крайнем случае фруктами. А эта змейка ест цифры. Они указывают количество сегментов, на которые вырастет питон, если ее съест. К сожалению, история умалчивает дату и место происхождения игры, но судя по русскому языку в меню, разработка отечественная. ASCII графика, отсутствие звука и размер в 8 килобайт делают эту игру настоящим музейным экспонатом. Shortline – симулятор строительства железной дороги. Вам нужно осуществить железнодорожное сообщение между разноцветными городами. Сначала всего две деревушки, но к концу они разрастутся до 6 городов. Для контроля движения поездов имеются семафоры и стрелки. Красный свет или тупик заставит поезд ехать в обратную сторону. Задача не обанкротиться, а лучше набрать как можно больше очков, продержавшись 200 игровых лет до 2000 года. Поезда по мере течения времени становятся более совершенными и быстрыми. Не допускайте аварий, особенно с пассажирскими вагонами. Очки, они же деньги, от этого просто тают на глазах. Поначалу игра очень медленная, с большими паузами, заснуть можно. Но на высоких уровнях сложности составов становится столько, что их некуда девать, а еще и дорога со временем портится. Ремонтные вагоны справляются с этой проблемой, но это дополнительный движущийся объект.
Еще один прикол – бешеный поезд. Он плевать хотел на всякие семафоры и разрушается при попадании в тупик. Плюс у него только один – его примут в любом городе. Игра отечественная, сложность сильно варьируется. Оформление очень простенькое, как визуальное, так и звуковое. Серия игр, разработанных фирмой Геймос. У меня в наличии 6 игр. 4 из них составляют сборник, где вы играете с фирменными забавными чубастыми колобками. Уголки. Логическая игра, немножко напоминающая шашки. Задача — перевести свои шарики из одного угла в противоположный. Ходить можно в любом направлении, либо на одну клетку, либо перепрыгивать через любые другие фишки, причем прыгать можно несколько раз. В игре нужно находить оптимальные пути движения шариков и в то же время не давать длинных ходов соперникам. Цветные линии. Классическая игра с шариками. Выстраиваем ряды по 5 фишек или больше, чтобы свергнуть короля с престола. Пересекающиеся линии дают больше очков, но выстроить их сложнее. Каждый ход добавляет 3 шарика на поле, и они всегда вылезают там, где совсем не нужно. Балда. Компьютерный вариант настольной игры с буквами. Вы и колобок по очереди составляете слова, добавляя по одной букве к уже имеющимся. Есть 4 уровня сложности. Список слов хранится в отдельном текстовом файле. Если игра слова не знает, его можно добавить в словарь. Тут все лежит на добросовестности игрока. Можно почитерить или, может, потренироваться. Подсматривать за соперником, какие у него варианты слов есть. Девятка. Компьютерная версия карточной игры. Оформление игры создает ощущение, будто вы играете в карты в элитарном клубе. Цель игры – избавиться от всех карт, выкладывая на стол следующие или предыдущие по старшинству, начиная с девяток. В игре создается учетная запись с паролем, и очки можно набирать, а иногда и проигрывать, играя все новые и новые партии. Все колобковые игры передавались потом и для Windows, как с самой Геймос, так и другими компаниями, правда, колобки были уже не везде. Перейдем к играм без колобков. Ветка. Это такой древесный в прямом смысле пазл. Есть 6 уровней сложности, на последнем края поля как бы соединяются между собой. Математически оно становится тором, отсюда и название. Есть пара нюансов. Ветки не могут закольцовываться, и один из ее кусочков живой. Подсоединяйте все остальные к нему, и когда работа будет закончена, ветка оживет. Хотя не мне рассказывать о тонкостях сбора веточек. Тут такие рекорды выставлены, что всю жизнь надо играть, чтобы их побить. Филлер. Другое название — Seven Colors. Игра на поле, состоящем из множества цветных ромбов. Задача — захватить как можно большую часть поля, перекрашивая свою территорию в другие цвета и присоединяя таким образом все новые ромбики. Играть можно с компом, другом или даже по сети. Поле тоже настраивается, как размер, так и величина одноцветных областей. На фоне играют классические мелодии, хотя у меня, кажется, была версия с более психоделичным звуком. Брикс. В этой головоломке надо уничтожить все квадраты, совмещая 2 или больше одинаковых вместе. Иногда игра действительно заставляет поломать голову, особенно с нечетным количеством кубиков и с учетом времени. Можно додуматься, как пройти уровень, но просто не успеть выполнить все действия. Игра усложняется появлением телепортов, разрушающихся платформ, переворота уровней, разделением поля на несколько отсеков, причем пустой маркер нельзя перенести из одного в другой. Бывают задачи на сообразительность, а бывают и на скорость и реакцию. Стрелять в кубики плохо, но никто не запрещает вам топить их в синей воде. Право на ошибку или не уложиться по времени представлено в виде жизни и континью. Трата продолжения отнимает очки, но они, на мой взгляд, чисто для вида. Уровень сложности регулирует все эти параметры, но загадки остаются те же. Вариант Hardest для настоящих гениев. Времени совсем мало, жизни вообще нет. Начать можно с любого из 15 наборов уровней. Последние 2 ряда, где еще 13 наборов, изначально закрыты. Всего в игре 112 головоломок.
Джей Бёрд. Клон известной аркадной игры Кьюберт. В общем-то, это та же игра, только вместо шарика с хоботком здесь бескрылая птичка. Ей нужно, прыгая по кубикам, перекрасить их в определенный цвет. Самое веселье начинается с третьего круга, когда уже нужно рассчитывать прыжки так, чтобы не наступать второй раз на один и тот же кубик. Играть мешают шарики, змейки, коты и даже лягушки. Последние часто любят портить всю работу и выключать кубики, но их можно поймать. В тяжелых ситуациях спасают крылья. Довольно веселая, не слишком сложная, по крайней мере в начале, игра в четырехцветной графике. Хексагон. Логическая игра, похожая то ли на реверси, то ли на шашки. Происходит на шестиугольной доске. Задача – захватить как можно больше клеточек. Ходить можно на соседние, в этом случае фишки размножаются. Или перепрыгнуть через одну. Все вражеские фишки на соседних клетках захватываются. Для головоломки у игры очень интересное графическое и звуковое оформление. Играть можно вдвоем или против очень умной компьютерной лампочки. У нее всегда найдется идея, какой ход наиболее выгодный. Доску можно настраивать, добавлять или убирать фишки и доступные поля. Extreme Pinball. Компьютерный пинбол. В детстве у меня была версия, где был открыт только один стол. На тему рок-концерта. Задумка интересная. Вы записываете треки, выпускаете альбомы, выступаете на концертах, отправляетесь в мировые турне, гоняя шарик по полю. Я знаю только два реальных пинбола, посвященных рок-музыке. Rolling Stones и Elvis. Есть несколько элементов, не встречающихся на реальных пинболах. Например, стереть шариком экран телевизора, чтобы включить его. Или изменить вид самого шарика. Его можно превратить в музыкальный диск. А его сделать золотым или даже платиновым. Весьма качественный вариант компьютерного пинбола, появившийся задолго до всем известного звездного Юнги. Другие варианты – зоопарк, средневековье и криминал, но они мне были недоступны. Columbus Discovery. Интересная вариация пазла. Поле разделено на кубики, на каждой грани элемент одной из картинок, изображающей сцену из путешествия Христофора Колумба. Казалось бы, пазл с шестигранными деталями, но здесь есть подвох. Картинки нужно собирать в правильной исторической последовательности, к тому же еще и на время. Скорее всего, получится так, что для завершения никак не будет хватать нескольких деталей. В этом случае поворачивайте все кубики. Скорее всего, у вас получится другая картинка. Первым, например, нужно собрать изображение Колумба с картой. В случае удачи картинка оживает, начинается музыка и появляется строчка из истории. На следующем уровне нужна хорошая память. Задача – поймать все нужные фрагменты, а дальше, делая ходы шахматного коня, собрать картинку. Неправильные фрагменты придется подгонять. Block Out. Интересная трехмерная вариация Тетриса с видом сверху внутрь колодца. Сложность регулируется размером игрового поля, скоростью, а также вариантами фигур. Самые легкие – плоские тетрисные блоки. Более продвинутый добавляет по одному кубику в третьем измерении. Последний уровень содержит в себе сложные замысловатые конструкции. Звук очень аскетичен, но зато не отвлекает от раздумий, куда же поставить очередную загогулину. Окраска кубиков по слоям помогает ориентироваться. Если освоиться с управлением и не путать оси вращения, то этот тетрис становится отличной тренировкой пространственного воображения. Фраг. Еще один трехмерный тетрис. В отличие от ранее рассмотренного блокаута, здесь изометрический вид сбоку, а фигуры всегда параллелепипеды. Не знаю, правда, легче он от этого или нет. Фрактальный фон, который, вероятно, и дал название игре, конечно, красивый, но не очень способствует тому, чтобы сосредоточиться на игре. Слишком уж он пестрый. Подсвеченные квадраты на стенках помогают ориентироваться в пространстве. А теперь, внимание, четырехмерный тетрис. От того же разработчика SimSalabim Software. Намного запутаннее предыдущего. Мне пока так и не удается в него нормально играть. Видимо, я не могу пока свободно существовать в параллельном четвертом измерении.
Для облегчения ориентирования тут добавили возможность поворачивать всю конструкцию вокруг своей оси. Пока она собирается из кубиков, можно оценить, что делать дальше. Коллекция двухмерных тетрисов. Здесь 4 игры. Тетрис Классик. Обычный тетрис с очень красивым оформлением по мотивам Руслана и Людмилы Александра Сергеевича Пушкина. И хорошей музыкой. Помимо классического варианта, есть еще куча режимов. Командный режим на широком поле, режим соперничества, ты начинаешь, а я добиваю, обычный вариант друг против друга и даже игра по сети. Tet for Two. Вариация тетриса с множеством уровней, где нужно сжечь определенное количество линий с разными условиями, которые из раза в раз становятся все более наркоманскими. Вот этот тетрис из геймерского ада я так и не прошел до сих пор, ведь там 3 раунда, а не один. Согласно названию, играть можно вдвоем. Иногда из ворот выходит парень и наблюдает за игрой. Каждые 3 раунда он начинает плясать, ему можно построить какую-нибудь пакость. Скорее всего, этот мотив взят из тенгеновского тетриса на NES, вышедшего годом ранее. Там тоже были танцующие человечки между двумя колодцами. Самый интересный тетрис, пожалуй, вот этот, круглый. Можно играть двумя способами, складывать одноцветные дуги на соответствующих площадках, либо полные окружности, не обращая внимания на цвет. Тетрис весьма сложный, главным образом из-за того, что это не тетрис в истинном значении слова. Фигуры состоят от 1 до 8 квадратов, и на высоких уровнях начинают падать такие сюрреалистические конструкции, что они просто ставят в ступор. Из-за этого строительство одноцветных дуг где-то с 6 уровня превращается в испытание. Куча дыр, один цвет лезет на другой, шансы на выпадение нужной фигуры 1 к миллиону. Скорость, в отличие от других тетрисов, вы регулируете самостоятельно. Чем выше скорость и чем ближе к середине круга сжигаемая линия, тем больше очков. Каждая сгоревшая линия сопровождается мелодией из пластилиновой вороны. Сожгите 4 окружности сразу. Пока будет звучать мелодия и падать по одному кирпичики, можно и чаю выпить. Трубис. Вариация, где вместо фигурок падают отрезки труб. Соберите замкнутую или закрытую линию, и она сгорит. Бомбочка поможет избавиться от ошибочных сегментов. Пушовая. Забавная логическая игра с домино. Муравей, решая головоломки, достает из норки чипсы, которые потерял его приятель-пес. Основная задача на каждом уровне – правильно расставить дощечки и толкнуть одну из них так, чтобы все упали. И полосатая сделала это последней. А потом еще выбраться с уровня через дверь. По мере игры появляются новые виды доминошек. Одни летают, другие взрываются, третьи кувыркаются и так далее. Всего 11 типов. В игре 100 уровней в 9 различных окружениях. Побываем на заводе, в античных сооружениях, внутри компа, в японском дворце. Через каждые несколько уровней находится упаковка чипсов, и появляется небольшой смешной видеоролик, как муравей доставляет пакет псу. Тот еще изобретатель. Местами игра заставляет изрядно поломать голову. Часто бывают ситуации, когда доминошки разбиваются, или падают не все, или до выхода не добраться. Наверное, самые сложные головоломки с кувыркающимися доминошками. Для управления ими приходится использовать красные стенки или тормозные доминошки с треугольником. Впрочем, количество попыток бесконечно, есть пароли на каждом уровне и некие жетоны. Их можно использовать для завершения уровня, если закончилось время, или вернуться к моменту запуска цепной реакции. Если ну никак не решить загадку, имеются маленькие подсказки. Их можно найти, если сделать паузу, когда время уже истекло. Игра выходила не только на DOS. Также есть версии на Amiga, Atari ST и даже Super Nintendo. И в ней есть немножко рекламы. Спонсором была британская марка чипсов. Пса в заставках зовут Колин Кёрли. Он маскот этой фирмы и появлялся в телевизионной рекламе, в том числе и в самой этой игре. Right now, you could instantly win one of 200 Commodore Amigas with Scrummy Curly Quavers. Or Pushover, a new computer game starring me and my pal, G.I. Ant.
В SNES-овской версии это брендирование убрали. Вместо пса и чипсов большой красный крыс и пачки денег. Впрочем, сами загадки везде одинаковые. В общем, это оригинальная, интересная, прикольно оформленная и весьма сложная головоломка. Любителям поломать голову ее точно стоит попробовать. Magnetic Crane. Игра от советско-американской фирмы Dialog, в разработке которой принимал участие создатель Тетриса Алексей Пажетнов. Здесь вы управляете электромагнитным подъемным краном на железной дороге. В игре три уровня. На первом разобрать сумасшедший завал из вагонов после аварии и собрать из них состав, стараясь еще и не перепутать их, ориентируясь по буквам. Такой своеобразный железнодорожный Тетрис. У крана есть запас энергии, он больше всего важен на этом уровне. На втором, переставляя платформы, организовать работу ленивых грузчиков по переносу мешков. Главное не задеть их чем-нибудь и не давать им много бухать. Третий уровень тяжелый, я его так и не прошел. Это сортировка арбузов, тыкв и капусты по вагонам, используя магнитные качели. Овощи так и норовят упасть не туда, а сверху еще и мусор кидают. Игра вроде вполне добротна, но мало известна. Шарики. Таких игр сейчас пруд-пруди на телефонах. Но это особенно отличается табличкой «Игра окончена». Вира. Еще одна логическая игра. За ограниченное время расставляем груз на палубе корабля так, чтобы судно не кренилось. Игра круто оформлена. Есть три тематических уровня сложности по 25 задач. На них разные объекты, фоны, музыка и заставки после прохождения. На египетском уровне все предметы одноклеточные, но имеют разный вес. На викингском у них разная форма. Современный уровень похож на пазл или тетрис. Фрагменты труб должны полностью заполнить палубу. По моим ощущениям, самый сложный викингский, потому что на корабле остаются пустые области. Иногда чувство симметрии очень помогает. На этом, пожалуй, пока остановимся. Впереди вторая серия сборника обзоров, где вас ждет еще больше аркадных игр и головоломок. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и до встречи в следующем выпуске 200 хп. Прямая линия.